Мне очень нравится, кстати, как хороший термин «карманная зига», знаешь, это очень соотносится с этими, там, вот, шестидесятниками, семидесятниками, да, все это, тема диссидентства, она такая, вот, фига в кармане, нет, это что же да, вот, известный термин из советских времен, да, что вот, что-нибудь такое исполнить, вот, там, не знаю, написать какую-нибудь песню, или там, рассказ, или чего-нибудь такое, который, как бы, как будто бы изобличает советскую власть, но при этом ты, блядь, на деньги советской власти живешь, но при этом, как бы, это такая вот фига в кармане. Да, ну ты, карманная зига. Да. Нужно это понимать, допустим. Это от сердца к солнцу должно идти. Вот когда ты, душа поет, она просит. Ты просишь карманную зигу. А карманная зига, это значит из... Да, вот именно получается, что так. От пениса. Это все... Душа поет. Она может быть у любого человека. Он прям хочет вот показать, что вот, смотрите, вот моя душа поет. А поэтому... сидеть не хочет? Да, за это дело сидеть не хочет. Не хочет. Да. То есть поэтому карманная зига. Да. Короче, пузу, блядь, разоблачили мы. Пиздец, Витя. Пиздец, а Витьку. Ну он же карманную зигу изобрел. Ну, не изобрел, но такой, сформулировал, пьес, скажем так. Это после карманного бильярда, я так понимаю. Пойду я. Пойду. Так, надо пойти курить. Давай, пойдем покурим. Ну я же в ножки смотреть не заденете. Должен существовать! Ну харе, блядь. Панк-рок! Не, ну чтобы как в клипе Пурген был. Ну нет, это уж там красный. Не, ну имеется в виду, чтобы так вот. А вот сбоку. Ну это же не похоже на клип Пурген. О, вот так похоже. Вот так, да? О! А, заебись. Водку будешь, пожалуйста, пить с нами? Брат. Приехал, сказал. Брат. 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 Ты наш брат или не брат? Ты... Я выпью за нас, ребята, потому что мы раненые. Такие пиздатые чуваки. Мы... Охуенные чуваки. У меня почки. Сделали вот эту хуйню.
Да-да-да-да.